Подкачиваем шины, подтягиваем спицы. Новый веломаршрут готов на 50%. Работы производим сейчас на данный момент почти на всем участке велосипедного маршрута. Это улица Новоямская, улица Гайдара, улица Красная. Риск под напряжением. Воры режут электрокабель без страха за собственную жизнь. Пьяницы, алкоголики, наркоманы. Снимают витую пару, которая медная тоже, которая идет на клиентов. Режут ее, сжигают, сдают металлолом. Работа, работа, работа. Депрессия. Как бороться со стрессом, расскажем сегодня в день психического здоровья. Мы работаем с подружкой вместе. Ну, придумываем какие-нибудь истории. Напеваем песенки. Как там Братина? Чем удивляли на фестивале подмосковных телекомпаний, знают участники из Клина. Мне, например, здесь очень понравилось. Максим. Мне тоже здесь очень понравилось. Я с удовольствием вернулся бы сюда еще. Поддерживаю. Татьяна Барулина. Максим Максимов. Это был репортаж. Телерепортаж с колес. Телерепортаж с колес. Давай.